Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла долгожданная посылка. Сейчас распакую ее и покажу, что в ней пришло. Как видите, размеры посылки довольно большие. Сейчас распакую за кадром и расскажу, что, почему и для чего я приобрел. Вот, друзья, пришла вот такая замечательная коптильня. Давно искал себе хорошую коптильню. Искал в сети интернет. Всевозможных производителей смотрел. Смотрел разные коптильни. Изучил много разной информации по коптильням. Ну, как вы знаете, я копчением давно занимаюсь. А тут специально искал такую коптильню, чтобы можно было коптить ей дома. Да, вы не ослышались, коптить в квартире, на кухне. И для этого я взял коптильню с гидрозатвором и с таким вот дымоходиком. Когда буду показывать видео по копчению, я покажу, как правильно все собирать, как делать. Эксплуатацию покажу данной коптильни, чтобы она прослужила как можно дольше, как правильно ее эксплуатировать и как ей пользоваться. Специально искал коптильню, чтобы была крышка домиком. Для чего домиком? Для того, чтобы конденсат и жир стекал по крышке и попадал в гидрозатвор. Или по краю капал на поддон, но ни в коем случае, чтобы он сверху не капал на продукт, который мы будем коптить, так как он после этого становится горьким. Сейчас сделаю небольшой обзор коптильни. Коптильню можно заказать разных размеров. Ну, я заказал с одним противнем. Можно заказывать и с двумя, и с тремя противнями. Ну, мне для моей семьи одного противня вполне достаточно. И представьте, друзья, закоптили вы дома, к вам пришли гости, особенно если это зимой, и вы их удивляете всякими копченостями. Не надо бежать никуда на улицу. Вот такой вот поддон для жира. Как видите, здесь сделаны специальные ручки для того, чтобы было удобно его доставать с коптильни. И вот такая вот коптильня. Поэтому, кому интересно, оставайтесь на канале, следите за выходом новых видео. Будет новый раздел, и будет он называться «Копчение в домашних условиях». Напишу габариты и размеры коптильни в описании под видео. Вот. Я думаю, что сюда вполне можно положить одного хорошего большого леща, килограмма на 3. Сюда можно поместить пару куриц. Ну, а в процессе использования я вам уже скажу более точно, сколько чего влазит. Буду коптить и мясо, и курицу, и колбасы, и овощи. Поэтому, кому интересно, оставайтесь на канале, следите за выходом новых серий. Я буду с вами делиться своими личными рецептами. На этом буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.